Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. На своем канале я рассказываю про искусство красоты и помогаю девушкам с помощью макияжа чувствовать себя уверенными, молодыми, красивыми в любом возрасте. И сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как сексуальность. Как же выглядеть сексуально после 50? Вот интересно, что в вашем понятии сексуальная женщина? И как сделать с помощью макияжа сексуальный образ? И, кстати, чаще всего почему-то именно на лице весь фокус. Можно подумать, что остальная часть одежды, аксессуары, укладка – это уже детали. И если посмотреть то, что нам предлагают в интернете, то, как правило, это будут или кудри, или прилизанные волосы, такой строгий пучок, выглядит очень драматично, значит сексуально. Как правило, это будут огромные губы, просто огромные, без этого никак. Стройный носик, высокие скулы, широкие брови, такие прямо вот соболиные, ну и, соответственно, там лисьи глазки, куча ресниц и так далее. То есть очень много таких ярких атрибутов, причем вот на каждой части лица. И такой макияж, он, с одной стороны, вроде бы красиво, все замечательно сделано, технически, да, но при этом лица, они смотрятся, ну, какие-то не сексуальные, а наоборот, неудовлетворенные. Вот вы об этом задумывались? Вот почему так? И неужели сексуальность, она именно вот на этих козырях смотрится? Или это все-таки что-то другое? Я, когда хожу по улицам, да, наблюдаю за девчонками молодыми, которые хотят выглядеть сексуально, я тоже хочу выглядеть сексуально, я не против секса. Я к тому, что одно дело, когда ты чувствуешь себя сексуальной, а другое дело, когда ты надеваешь эту маску сексуальности. Это разные вещи. Что это значит? Это когда девушка внутри очень уверена, но при этом понимает, что да, для того, чтобы выглядеть сексуально, нужно что? Сделать лицо, как вот, например, у этой девушки. Да? Вот должно быть все яркое, красивое, и делая вот технически такой макияж, она добивается этого результата визуально, но при этом внутреннее состояние все равно застенчивая, миловидная девочка. И вот эти вот два составляющих, лицо и твоя энергия, и твоя походка, она в итоге не дает вот такого целостного состояния, что воспринимается, что эта женщина сексуальна. Видно, что это девочка, которая налепила на себя другое лицо и хочет выглядеть жрицей любви. Есть образы сексуальные, которые воспринимаются хищно. Хищно – это, знаете, как пантеры перед прыжком. То есть женщина, которая вышла на охоту, сейчас она найдет своего зайчишку, вцепится в него и увезет его домой. И вот такие вот образы, они, как правило, считываются именно, что женщина готова к борьбе. Она готова к борьбе за самца, за зайчика, по-другому я не могу сказать, всякое не за льва, и в конкуренции с другими женщинами. Поэтому кто из нас более хищный? Ничего в этом, конечно, с одной стороны, ужасного нету. С другой стороны, что бывает вот такая тенденция, она просто навязывает нам, ну, как будто бы вот такой, только такой шаблон. И мы, не подозревая все-таки, как же быть сексуальными, в итоге это считываем как за норму. И начинаем все подряд делать одно и то же. Призывающе. Вот смотри, какое у меня декольте. Вот посмотри, какая у меня короткая юбка. Посмотри, какие у меня длинные красные ногти. Ну и так далее. Опять брови, глаза, губы. И вот в совокупности это все воспринимается как какое-то отчаяние. То есть создается реально такая иллюзия, что женщина прямо кричит о том, что она хочет секса. Это вообще не выглядит, что я сексуальна. Это выглядит, что я хочу секса. Мне его просто не хватает. Поэтому вот посмотрите, видите, у меня уже соски видны. Вот видите, у меня уже вот ноги полностью показала. Я еще и каблуки надела. То есть вот все такие вроде бы правильные вещи, но когда их очень много, то тогда это говорит о том, что женщина себя не чувствует сексуальной. И это очень быстро считывается. На сегодняшний день, если мы посмотрим интернет,
как обычно, да, куда мы залезаем посмотреть, любые соцсети, да, и что мы видим, как сделать сексуальный макияж. И вот эти вот образы, где женщины все в напряжении. То есть, как правило, это будет женщина, у которой широкие в разлет брови, лисьи глазки, большие губы, высокие скулы. И вот этот образ, он смотрится очень напряженно. О чем это? Это говорит о том, что женщина очень активна, и в данном случае есть ощущение, что она выходит на улицу для того, чтобы кого-то завоевать, чего-то завоевать. То есть у нее образ нацелен на стремительные какие-то действия, потому что она вся выглядит очень активно, агрессивно. И вот такая вот драматическая красота, она, с одной стороны, очень привлекает внимание, но, с другой стороны, вот это напряжение, оно может и отпугивать. И когда женщина такая сидит, как будто бы вот она, знаете, пантера перед прыжком, но это не всем нравится. То есть нужно понимать, что с такой женщиной придется воевать. Воевать в постели, воевать в отношениях, потому что у нее весь образ об этом говорит. Так вот, в образе, как это все формируется. Ошибочно думать, что если мы сделаем себе огромные губы, вот эти вот скулы, и лицо вот так вот натянем, что это будет выглядеть как раз модно. С одной стороны, да, вроде бы морщин нету, но все-таки нужно понимать, что помимо того, что как вы делаете макияж, важно еще, какая прическа и какой образ в целом. Потому что если вы как раз выглядите вот так вот очень жестко, по-другому не сказать, потому что именно вот эта динамика во всем образе, она воспринимается как колкой. Соответственно, если вам там за 50, ну не знаю, там, за 40, и вы выглядите вот так вот, то тогда вот этот вот напряженный образ, он смотрится, ну, жестко, прямо жестко. И эта жесткость на лице читается. Это не про удовольствие, это про, больше как бы, ну я же сексуальная. И вот эти вот образы с большими губами, но при этом неудовлетворенные, это разве красиво? Так, вот смотрите, сексуально-агрессивный кожаный у меня такой топ, черный жакет, Ким Кардашьян, подвинься, и макияж. Брови просто моя боль. Я смотрю и плачу. Сколько безобразных бровей. Безобразных бровей – это брови, которые просто, знаете, как бы живут отдельно от лица. Вот такое впечатление, что вот как-то взяли, обрезали какие-то шкурки и приклеили себе. Это ламинирование. Я понимаю, что круто, что есть такая процедура, здорово, но все-таки это смотрится, ну, как-то дико, вот реально дико. Поэтому вот эти все мохнатые брови – это про какого-то вот, о чем это будет говорить. Есть же все-таки такие психологические штучки, которые считываются и, ну, на подсознании. Если мы увидим, например, волка, наверное, мы поймем, что это хищник. Как мы это поймем? Есть какие-то детали. Его мордашки, тело, да, которое мы как бы считываем, о, это агрессивный хищный зверь. Вот с бровями то же самое. Вот такие брови широкие, дикие, взбалмошные, будут говорить о таком же характере. Если он у меня есть, это проявляется, то его не скрыть. Но это моя особенность. А вот если его нет, а мы вот это рисуем, вот это называется фальшивка. И это считывается. Ну вот смотрите, у меня только брови уже напряг в лице. Ну а теперь моделирование, как же без него? Да? И делаем высокие скулы. Заужаем лицо. Ну и, соответственно, нос то же самое. Как только начинаем его моделировать, конечно, много зависит от носа, это не для всех. Но все-таки, если мы не понимаем, какие у нас пропорции лица, носа, то можно сделать нос, наоборот, более значимый. И опять же, таких очень много вариантов макияжа, когда нос выглядит после коррекции больше. Просто за счет того, что он темный, он больше привлекает внимание. Почему-то, когда делается такое моделирование, сразу хочется так делать. Еще больше. Теперь нужно нижний участок лица, нижние скулы, скулы Джоли. Вот это я тоже. Девушки. Свои скулы выбросите, мы рисуем скулы Джоли. Выбираем скулы свои, Джоли Сен-Жок, и рисуем Анджелину Джоли. Потому что у нее красивые скулы, значит, нам всем нужны такие скулы, потому что у нее красивые. Зачем нам свои-то? Лучше чужие носить. Чужие брови, чужие скулы, чужой нос, чужие губы. И здрасте, новое лицо. Теперь дальше нужно сделать большие губы и, конечно же,
глаза, которые такие вытянутые, опять агрессивные. Лисьи. Я лиса. Вы думали, я зайчишка? Я хищница. И точка. Делаю уже. И повыше. Именно как раз когда вот эта вот линия идет высоко, создается вот этот эффект вытянутый глаз. Но, девочки, смотрите, какая тут особенность. К этому сразу добавляется тяжелая нижняя часть лица. Как это происходит? За счет того, что глаз сужается, вытягивается. Вот это я пока делаю только консилером. То у меня увеличивается вот эта часть, и она становится более объемная и тяжелая. То есть вот эта зона становится выразительнее и заваливается. Не то, чтобы заваливается, а из-за того, что глаза уже становятся, понимаете? Одно дело, когда глаза округляются, они кажутся более распахнуты. Но если немножечко прорисовать карандашом по слизистой, то тогда они становятся полные, такие как ой, как мне сейчас хорошо. А здесь как ух, такая натянутая струна. Так, ресницы наклеила, стрелки прорисовала, я с этой стороны. Раз, ой, два. И тоже важный момент, вот эти вот перевоплощения требуют очень много усилий, работы над собой, я имею в виду, чтобы это сделать. И самое, что тоже главное, что все в жизни это смотрится очень заметно. То есть, если я сейчас сделаю пару кадров, немножечко фотошопа, вы скажете, скорее всего, что «Ой, Жанна, вам такое тоже красиво». Но вишенка на торте, губы. Губы есть разные. Я сейчас покажу вам два варианта. Есть один вариант, который делается такие девичьи, и если вы девочка, и вам 20 лет, то тогда это будут вот такие вот губки, видите? Куколка. Да. Правда, куколка тут, ну, такая, в коже, в костюме. Сейчас еще волосы немножечко уберем, сделаем, да, чтобы совсем соответствовать образу. Вот, значит, один вариант куб. Это все так ярко. Вот с этим уходить. Извините, но как трансвестит. Бывает еще вот такая крайность, когда делать такой макияж, но при этом выбирается миловидный образ. Да? Такая девочка. С такими бровями, с такими лисьими глазами. Вы знаете, как это? Вуп переоделся в бабушку. Здесь получается, что хищница переоделась типа в девочку. Изображает девочку. И сейчас такая хам. И второй вариант губ, который чаще встречается, немножечко обиженные. Обиженные – это когда верхняя остается вот такая кукольная. Видите, вот эта вот птичка, она как будто бы немножечко вот тут съезжается. А нижняя часть идет такая квадратная прорисовка. Это вот так, видите? Вот эта вот линия. И они получаются такие немножечко обиженные. Но хуже всего – это следующая форма. Это когда верхняя губа выглядит вот такой вот растянутый, называется стервецкий рот. У кого и когда получается стервецкий рот? Это когда делается прямо. Важно, карандашом прорисовывается. Если губы свои не особо большие, даже, я бы сказала, узкие, когда хочется их делать объемнее, то объем дают вот в этом месте, вот так вот, да, и здесь. Ну, потому что как-то объем прямо по центру нелогично. Во всяком случае, раньше так делали. То есть есть еще и мода на форму губ. Вот. И те, кто делал раньше, когда увеличивают, тоже увеличивали губы вот сюда под нос, ну, типа нелогично, нужно вот в этой зоне, да, чтобы они побольше. И вот и получается вот этот вот стервецкий рот. Даже если помада там нежная, розовая, ну, опять же, чаще всего, если это перманент, то еще делают цвет какой-нибудь такой прямо красненький. А еще, знаете, какая особенность, что сейчас достаточно много матовых помад. Матовая помада прекрасно смотрится на пухлых губах. А тем более, если это сделано с помощью гиалуроновой кислоты, то они, ну, типа увлажненные. И на таких увлажненных губах эти матовые помады, они смотрятся очень хорошо. И вот тут есть ошибка. Если у девушки неправильно сделана форма губ, то есть вот такой стервецкий рот, значит, вот как я сказала, вот эта птичка, видите, расходится. И вот эта нижняя часть, вот она идет такая, даже у меня не настолько квадратная, можно еще немножечко. Вот, видите? И при этом, сейчас я сделаю салфеточку, губы матовые. А матовые губы, это еще и про, как бы, отсутствие чувственности, то есть они смотрятся суховаты. Не то, чтобы они сухие, не в этом дело, а общее восприятие женщины. Нету, как бы, знаете, вот этого сока. Сухие губы, матовые. Я что, зря губы увеличивала, чтобы потом их бледненькой помадой носить? Нет, надо бояться. Большие, красивые, можно и красненькой. И вот она, эта женщина прекрасная. К сожалению, это просто неосознанные такие действия в макияже, в образе, которые приводят к такому... Смотрите, что за мной стало? Ой, да. Сексуальненько? Как я выгляжу? Выгляжу ли я миленькой? И вот тут смотрите. Ну ладно, хорошо, мы сделали там образ, пусть это будет красиво. А вот дальше нужно же включать вот эту женщину. То есть если у меня такой образ драматичный, то тогда мне, соответственно, нужно и мимику держать, иначе зачем? Если я буду себя вести так, как я вела себя без этого макияжа, да, например, там, такая расслабленная, миленькая, тогда опять все ломается. Ну то есть зачем вот это все? Нужно образ держать до конца. А как долго вы готовы в этом жить, как бы постоянно быть такой, глазами стрелять, губы вот такие большие? Готовы ли вы на такие жертвы?
Ах, я нет. Нравится? Ну, скажите, честно, нравится? Ну, я понимаю, что здесь я специально добавила кое-какие ошибки, но я хочу показать всю комичность вот этих образов, которые я сейчас вижу в интернете. Я смотрю, вот красивые девчонки, молодые, или там в зрелом возрасте дамы. И когда это все делается, ну, это настолько видно, вот это несостыковка, несоответствие внутреннего состояния вот этим всем антуражем, что вызывает только как бы, ну, такое умиление, да? Там, вижу, постаралась, вижу, сделала. А ходить-то ты в этом сможешь? А жить-то ты в образе этой женщины сможешь? Не всегда. Не все это могут. Напрашивается вопрос. А зачем тогда это делать? Это что значит, что я не знаю свою прелесть, свою сексуальность и пытаюсь сделать что-то инородное, чужое, по чужому мнению, многие считают, что это красиво. А красиво ли это на самом деле для меня? И нужно ли мне такая красота? Играть в сексуальность тяжело. Вы не сможете в таком состоянии находиться постоянно. Вы сможете продержаться какой-то период времени, например, там свидание. Но потом все равно что-то да выдаст, что это не ваше, что вы в данном случае надели некую маску и сидите, изображаете другого человека. Поэтому вот эта вот сексуальность, она как бы встроенная функция, которая никогда вас не покидает. И не то, чтобы вы постоянно находитесь в этом состоянии возбуждения. Это имеется в виду, что вы по жизни так себя ведете, вы по жизни чувствуете, что вам сейчас хочется, и делаете это в удовольствие. Вот это и есть сексуальность, потому что в этих действиях всегда будет присутствовать как раз легкость. Не надо быть шаблонной, надо быть индивидуальной. Это проще. Так вот, в своем теле, еще раз повторюсь, жить значительно проще. Поэтому выбирайте то, что вас радует. Вы будете сексуальной женщиной. А я когда наблюдаю за сексуальными женщинами там, 50+, есть у них одинаковая черта. Они чувствуют себя очень свободно. Это замечается в их жестах, в разговоре с другими людьми, в каких-то элементарных вещах, в том, как она, например, там, не знаю, держит сумку, как она ходит, как она сидит. То есть вот это невербальные жесты, они очень много рассказывают о том, как она себя чувствует. И при этом не обязательно говорить про секс. А вот в ее движениях, в ее теле вот это все ощущается. И это не то чтобы тренировка, а это про женщину, которая такая вот как бы натуральная, естественная. Ей не надо ничего никому доказывать. У нее все хорошо, она чувствует себя прекрасно. У нее на лице есть некая такая как бы нега, удовлетворенность. У нее уже хорошо, она уже в кайфе, и ей не приходится ничего завоевывать. Понимаете, какая вот разная позиция. И вот тут, когда мы понимаем о том, что нам хочется быть сексуальными, нужно для себя все-таки понять, а что вы хотите? Вы хотите сами, как хищница, поймать зайчишку? Или вы хотите, чтобы мужчина, наоборот, увидел вас, что вам уже кайфово, а можно к вашему кайфу присоединиться? Что касается макияжа сексуального для девушек 50+, вот здесь 100% он должен быть про удовольствие, про кайф, про не про истерию, не про вот эту вот как бы бегу, поймаю, а именно про то, что, вы знаете, я уже многое знаю в этой жизни, поэтому я, пожалуй, посижу, отдохну, покайфую, вкусно поем, вкусно выпью что-нибудь, послушаю прекрасную музыку, короче, мне хорошо. Именно вот такая женщина, она смотрится более кайфовая, потому что она уже это состояние испытывает. Нужно знать к 50 годам, даже к 50, к 40 годам уже, в чем ваша фишка, что у вас самое красивое. Затем посмотрите, а что у вас изменилось? Может быть, у вас стрелки, те, которые вы рисовали раньше, уже не так красиво смотрятся. Нужно пересмотреть макияж. Может быть, нужно больше какой-то вести растушевку. Может быть, вам нужно брови изменить форму, но не кардинально. Не так, что вы нарисовали себе брови, те, которые у вас не существуют. С перманентом очень аккуратно. Чаще всего перманент создает напряженное лицо. Это не про сексуальность. Да, брови есть, но они вот такие, как бы. Женщина, получается, выглядит, опять же, жестко.
Сексуальность – это вот, это кайф, это нега, мне так хорошо, вот как после оргазма. Поэтому мы, когда делаем образ, нужно его делать вот такой, знаете, именно расслабленный, чувственный, мне хорошо. Я кайфую. Я кайфую от того, какие у меня волосы. Я научилась укладку делать так, которая меня украшает. Я научилась делать макияж тот, который украшает меня. Потом, что касается моделирования. Моделирование делать надо не по шаблону, а моделирование надо делать с учетом ваших особенностей. Поэтому не всем нужны высокие скулы. Нужно, возможно, просто чуть-чуть придать румянца, ровный тон, и это будет вау, как сексуально на вашем лице. Поэтому сексуальность – это в первую очередь это та женщина, которая очень хорошо себя изучила. Я прекрасно понимаю все свои прелести, я прекрасно знаю, как их подчеркнуть, и я кайфую от этого, и я понимаю, что я хороша. Вот это состояние, оно и как раз возникает. Потому что я все сделала правильно, и мне хорошо. Поэтому я кайфушная женщина. И вот это вот состояние, вот эта энергия расслабленности, чувственности, чувствую я себя хорошо, вот оно и происходит. Поэтому вот так вот женщина таким образом себе приобретает вот эту внутреннюю гармонию и спокойствие. Потому что мне не надо напрягаться, быть похожей вот на эту женщину. Я сама хороша. Поэтому, девушки, надо пересмотреть немножечко свой привычный образ. И если вам не хватает вот этого чувственности, расслабленности, нужно изучать себя. Этому надо учиться. Вот реально этому надо учиться, потому что нас не учили. Нас всех девочек заставляли что делать? Давай, здесь это убрала, здесь почитала, тут помогла, туда сбегала. Мы постоянно вот в этом напряжении. И сейчас, к 50 годам, когда в какой-то степени уже наладили свой быт, там, семья, ну уже какой-то определенный ритуал присутствует, то, что вы умеете делать, да, и хорошо это делать. Вот теперь следующее, что нужно внести в свою жизнь, это... понять, от чего же я получаю удовольствие, и начать это делать, вот эти микрооргазмы. Вкусная еда. Вот я люблю, например, очень манго. Я покупаю себе манго, наливаю чашечку кофе с утра, и у меня манго – это как конфета. И это так вкусно, я это так люблю, поэтому для меня, понимаете, это прямо «дайте мне это». Я это делаю с огромным удовольствием. И таким образом я могу, соответственно, зарядить окружающих вот этим своим удовольствием. Я вот это место себе сделаю, чтобы там было мне кайфово сидеть. Я выставляю свет так, чтобы было красивенько. И вот вы, каждая сама, знаете, что для вас будет в кайф. И поэтому постарайтесь сделать для себя что-нибудь то, что вас больше будет удовлетворять, возбуждать в том плане, что вы будете испытывать вот эти вот благостные эмоции. Соответственно, в этот момент, когда кто-то подойдет из ваших близких, а тут такая женщина в кайфе находится, вот это как раз и привлекает внимание. Поэтому, девушки, изучайте себя, узнавайте свои прелести, не недостатки. Ну, конечно, мы и так о них все знаем, а именно прелести. И начинаем свои прелести подчеркивать красиво. Изучаем моду, смотрим тенденции. Это тоже кайф для женщины, новизна. Ой, такого платья у меня не было, вот такой цвет я не носила. Или вот такую вот укладку я не пробовала. И вот это вот все женское, оно и дает в целом как бы кайф. Поэтому я желаю девушке, чтобы... вы нашли тот кайф, который для вас очень важен, и ввели ритуал, чтобы каждый день вы кайфовали, чтобы каждый день вы от чего-то получали удовольствие. Изучайте себя обязательно и покажите вашу красоту миру. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!